Во время дачного сезона, когда тепло и солнечно, совсем не хочется готовить какой-то горячий и сложный ужин. Предлагаю вам сделать свежий, сытный и довольно легкий салат. В салат можно добавлять любую свежую зелень, которую вы любите. Также отлично впишется сочная редиска. Яйца лучше отварите заранее и остудите. Вместо вареной колбасы можно взять ветчину. Расскажу вам, как приготовить салат-любимчик. Колбаса вареная, 250-300 грамм. Яйцо вареное, 3 штуки. Огурец свежий, 2-3 штук. Укроп, пучок, небольшой. Лук зеленый, пучок, небольшой. Сметана, 200 грамм. Соль, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую. Небольшими кубиками нарежьте колбасу. Затем добавьте свежие огурцы, нарезанные не очень крупно. Кубиками нарежьте вареные яйца. Добавьте рубленную свежую зелень. Заправьте салат сметаной и посолите по вкусу. Очень быстро и вкусно. Приятного аппетита!